Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сегодня я буду раскрашивать животные раскраску от издательства Клевер. Я уже выбрала для себя иллюстрацию и сделала контур, чтобы было удобнее раскрашивать на камеру. Я сегодня решила попробовать наконец-то фломастеры, которые я купила от Silver Hawk. Ну, они, по сути дела, плюс-минус такие же, как фломастеры мои любимые, вот эти ашановские. Но единственное, мне пока показалось, вроде как жестковатый. И, кстати, вроде бы чуть-чуть видно их. То есть они не протекают, ну так. Хотя я думаю, да нет. Все нормально, потому что это я так на свет посмотрела, а так все нормально. Просто тут еще есть некоторые интересные цвета, вот серо-синий, да, вот этот хороший, а вот этот вот. Поэтому решила взять, но я рассказывала, я добивала заказ в лабиринте. Кому интересно, оставлю ссылку под видео. В общем, пораскрашиваю на камеру. Перед этим я сейчас с утра раскрашивала цветовой квест «Города». Это должок с прошлого месяца. Я не доделала, поэтому сегодня вот пораскрашивала довольно-таки много. Но еще осталось. Ну, просто я не могу сейчас прям вот сесть и полностью посвятить время цветовому квесту, потому что есть, во-первых, по дому всякие дела. Ну и, соответственно, надо видео снимать и как-то двигаться дальше. Ну, у меня раскраска лежит, и в свободное время я подхожу и беру какой-то цвет, и прям все-все-все этим закрашиваю, еще эти циферки. Ну что ж, давайте тогда приступим, пораскрашиваю на камеру. Ну вот, наконец-то проверили, что это за фломастеры. Ну, потому что контур провести — это ж не проблема, они как раз идеальны для этого. А как раскрашивают? В принципе, пока что не могу сказать, что мне не нравится. Вроде все более-менее прилично. Ну, понятное дело, что это не вау, какие фломастеры. Но любопытно. Цвет насыщенный. Так, что еще? Оранжевый. Попробуем. Ну, в принципе, тоже вроде пишет нормально. Очень уж мне нравятся эти раскраски. Классные. Еще здесь. Так, розовенький. Тоже неплохо, я бы даже сказала, соответствует заявленному цвет. В общем, не дурно. Так, сейчас попробую все цвета задействовать, но потом еще за кадром. Желтый. У желтого цвет красивый. Ну, может, самую малость, мне кажется, что он суховат. Ну, не критично, но хотелось бы большей напитанности. И самый красивый цвет — это зеленый. Так, ну и как по закону подлости, этот цвет, тут пишущий узел какой-то жестковатый, к сожалению. То есть им уже не так приятно раскрашивать, зато сам цвет, конечно, красивый. Обидно. Очень обидно.
процесс движется, но некоторые цвета все-таки протекают. Хотя, может быть, это просто еще и от бумаги зависит, надо попробовать где-то. Но напитанные они, кстати, слабовато, потому что, например, вот такой цвет, он, к сожалению, прям на грани. Если сравнивать вот эти с фломастерами каждый день ашановскими, то, конечно, те лучше. Да, может быть, нету вот парочки таких цветов интересных, но там тоже есть любопытные оттенки, редкие. И цена у них все-таки 69 рублей, а по акции можно купить еще дешевле. Ну да ладно, я в любом случае не жалею, потому что и вот этот цвет, это все используется. В целом, ну как бы нормально. В общем, буду раскрашивать дальше. Как-то в этом месяце, надеюсь, уже буду поактивнее. Ну а сейчас хочется пораскрашивать что-то посерьезнее, поэтому я взяла Марию Тролли в час заката. Полистала, выбрала иллюстрацию, точнее, знаете как, я что-то стала приходить к выводу, что мне нравится, когда в книжке все по порядку раскрашено. Но все равно это не значит, что я все раскраски буду красить по порядку. Ну вот, например, Средиземье я листала, и это очень даже прикольно. Поэтому я решила, что, может быть, в Марии Тролли так начать. Правда, вот эту страничку я пока красить не хочу, хотя она мне, конечно же, нравится. Ну и вообще у меня здесь все-таки так прилично пораскрашено. Но вот в этот раз, думаю, вот эту иллюстрацию раскрасить. Конечно, не могу сказать, что... Нет, она мне нравится, но вот прям сейчас я, может быть, что-то и другое раскрасила, но решила, пусть будет это. Не знаю, кстати, как будут обстоять дела с фоном. Вот на таких иллюстрациях целый фон мне не хотелось бы делать во весь лист. А так слегка тоже вроде как форма не совсем позволяет. Ну, значит, будет, если что, без фона. Я сейчас подберу какие-то карандаши, которыми буду красить. Хотя, кто его знает, может быть, не только карандаши, может быть, здесь будет и акварель с другом. Посмотрим, в общем. Сейчас все увидите, оставайтесь и не переключайтесь. Уже подобрала канцелярию. Для листочков я буду использовать карандаши Fix Price 36 цветов премиум. 3 зеленых и 1 желтый. Для дерева пойдет, конечно же, Magic. Для цветов я решила взять Vista Artista акварельные карандаши, несмотря на большой набор манделузов, которые я очень люблю. Но для каких-то, знаете, таких моментов, как я хочу сделать здесь, то есть по контуру обвести и размыть, мне нравятся вот именно эти карандаши, поэтому буду использовать их. Крыша. А крыша, скорее всего, я буду использовать вот эти вот металлики от Берлинга. Вот. Мне нравится. И также я достала Skin Color цвет для кожи. Ну, кожу я не раскрашиваю, я их купила чисто для интереса. И... В общем-то, это хорошо, потому что коричневые цвета пригождаются. У меня их достаточно, но, я думаю, согласитесь, неплохо иметь такой набор. Для кожи, я не знаю, если бы я даже раскрашивала, мне кажется, это не самый лучший вариант. Ну, в общем, вот эти карандаши по 12 штук, они, как правило, лежат, ну, за исключением, конечно, там Берлинга. Эти я на прогулку беру, в основном лежат.
поэтому хорошо их здесь поиспользовать. Ну что ж, оставайтесь со мной, не переключайтесь. По традиции начинаю с дерева. Вот, уже миленько. Так, взяла еще Magic из Fix Price. Я его как раз забыла положить, что-то не подумала. Но вот все-таки кахенуры, они в доступе, в свободном, в продаже. Я поэтому особо не переживаю, если он у меня закончится. А вот за Fix Price-овски переживаю, потому что, по сути, уникальный карандаш. Вот изделия, именно изделия из дерева, смотрятся хорошо только с этим карандашом, потому что кахенуровский, он подходит именно деревья красить. А вот уже что-то из дерева все-таки не то совершенно. Fix Price был, конечно, классный набор, жаль, я один купила. Но один я купила, потому что на тот момент у меня был уже набор кахенур, и я не очень понимала, как им пользоваться на тот момент, даже после мастер-класса Дайаны Джей. Поэтому, конечно же, у меня особо не возникало желания брать несколько. Этот я уж так взяла. Так, листочки. Хорошие тоже фикс-прайсовские все-таки карандаши. Замечательные. И знаете, вроде вот я уже и попробовала, помимо этих, и ашановских, да, там, и полихромосы, и призмы, и дервенты, и вот и крета-калор есть, да, в общем-то, и лиры. И помимо этого много, в принципе, что я еще... Это то, что у меня есть, да, там и манделузы, ну... Я вот то, что тестировала даже просто в магазине. Ну, знаете, у каждого есть свои плюсы, свои минусы. Но в целом фикс-прайсовские карандаши и ашановские весьма достойны. Так, ну что ж, акварельным я раскрасила, теперь размываю. Очень хорошо размывается. Размываются эти карандаши. Вот и Оксана, знаю, любит их. И что-то я поняла, они классные. Процесс движется. Мне прямо эта иллюстрация на редкость зашла. То есть, как я говорила, она мне в принципе нравится. Но я что-то как-то думала, что вот что-то другое пора скрашивать. Но в итоге я села, и она у меня как-то настолько легко и с огромным удовольствием пошла. Единственное, я все-таки так и не могу определиться, делать фон или не делать. Ну, вроде бы она такая нежненькая. Может быть, фон бы и не помешал. С другой стороны, пусть она такой нежной остается, почему нет? Потому что, ну, я несколько вариантов как-то прокрутила в голове, и что-то у меня есть сомнения. Может быть, следует пока оставить все как есть. А если потом появятся какие-то идеи? Нет, но с другой стороны, не обязательно делать классический фон. Голубое, зеленое. То есть это может быть какой-то абстрактный фон. Может быть, даже, не знаю, там... гуашь, еще что-то. Ладно, в общем, главное раскрасить. Ну... сегодня я ее уже закончу. Тут, в принципе, работы минут на 20. Но сейчас мне нужно будет другими делами заняться. А вот вечером за просмотром какого-то фильма я ее с удовольствием доделаю. Я не лила много воды. Поэтому здесь все нормально. Ничего не протекло. Вполне себе можно раскрашивать. Мне нравится. И эти карандаши себя шикарно повели. Что касается вот этих, то когда я вот тут наслаивала, пыталась наслаивать, они вели себя просто безобразно. При этом, когда мне было лень тянуться
за карандашом для лестницы, я взяла отсюда. Ну, собственно, какая разница, здесь все оттенки есть. И просто им раскрашивала, вот никаких проблем. С этими окошками тоже, рамами, никаких проблем не было. Ну, то есть, вот что-то такое простое можно ими красить. Как вот ими лицо красить, например, я не очень себе представляю. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения и, конечно же, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!